Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный шоколадно-мятный пирог. Для теста берем 3 яйца, щепотку соли, сахар 150 грамм. Взбиваем все миксером 5-7 минут. Масса должна хорошо увеличиться в объеме и посветлеть. Вливаем 70 грамм растительного масла, 250 грамм кефира. Еще раз немного перемешаем. 230 грамм муки смешиваем с 2 чайными ложками разрыхлителя. Все перемешиваем. Просеиваем муку и разрыхлитель. Аккуратно замешиваем тесто. Тесто должно быть без комочков. Отливаем половину теста. В одну половину вливаем 1 столовую ложку какао. Перемешиваем. Это будет шоколадный слой. Для второй мы берем 20 грамм мяты, можно взять больше, 1 столовую ложку сахара и измельчаем все в блендере. Во вторую часть теста всыпаем мяту. Я добавила краситель, это по желанию. И теперь собираем наш пирог. На дно я выливаю тонкий слой шоколадного теста, затем мятного, и так пока тесто не закончится. Получается вот такая вот интересная зебра. Красивая и яркая. С помощью зубочистки я делаю сверху узоры. И ставим запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Вот такой вот классный пирог у нас получается. Посыпаем сверху сахарной пудрой, нарезаем и подаем к столу. Посмотрите, какой он мягкий. Цвет, конечно, дал краситель. Без красителя будет не так ярко. Но на вкус это никак не повлияет. Пирог очень нежный и вкусный. Обязательно попробуйте. Понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А в описании мы ссылку на мой второй канал. Немного тортов и десертов.